Всем привет! Вы на моем канале «Прогулки на пенсии», а мы с вами находимся у метро Третьяковская. Мы сюда приехали, чтобы посмотреть на очередной городской сад в рамках фестиваля «Цветочный джем». Идем и посмотрим, как называется этот сад. Так, итак, летние сады Москвы, «Вихрь судьбы» называется этот сад. И автор Елена Быкова. Название проекта «Вихрь судьбы» отражено в архитектурных формах и в оформлении цветников. Солнечные часы – символ времени. Это центральный, самый стабильный элемент композиции. Однако именно он приводит в движение все остальное. Вокруг него спирально закручиваются арки, цветники, дорожки, символизирующие жизненные пути и события в жизни человека. Все течет, все меняется под его воздействием. Задуматься об этом зрителям призывает надпись на часах. Все пройдет, пройдет и это. И фигура размышляющего человека, образ скульптуры «Мыслитель» Родена. Вот такой сад с философским подтекстом «Вихрь судьбы» мы сейчас и пойдем смотреть. Итак, вот временная спираль, то вверх, то вниз, иногда мы говорим, полоса белая и черная. Ну вот, пожалуйста, наша жизнь, и наша жизнь как лабиринт. Давайте зайдем, побродим по этому лабиринту, потому что это наша жизнь. И лучше ее ничего не может быть. Такой лабиринтик маленький. И мы подходим к солнечным часам. Видите, вот знаменитая надпись, о которой мы читали. Все пройдет, пройдет это. Поэтому ценим каждое мгновение нашей жизни. А что это значит? А это значит, радуемся каждому моменту, который выпадает. Если мы сегодня в дождливую погоду смогли встать, смогли приехать сюда, ну, наслаждаемся, делимся своей радостью с друзьями, что я и делаю. А мы рассмотрим цветы, которые помещены на эту клумбу. Посмотрите, какая красота. Они сейчас в самом расцвете. Бонарда, Буэнос-Айреская. Вот я вижу кустики шалфея, тысячелистника, вот эти вот оранжевенькие гелиоса, вот такая вот красота. Даже лужи под ногами ничего не портят, а наоборот, как бы штрих свой вносят. Потому что в нашей жизни не может быть всегда только солнце, прекрасная погода, бывает и дождь. И надо не просто с этим мириться, а ценить все это. Дождь – это значит повод поразмыслить, посидеть дома, может быть, одному, или в дождь походить, как я. Обожаю дождь. Обожаю ходить в дождь, потому что это моя погода. У меня никогда ничего не болит в дождь. Поэтому я очень люблю такую погоду. Thank you.
полынка. Кровохлебки только-только, видите, расцветают. Миллениумы. У них еще есть время до сентября. Пасконники зато в самом цвету. Посмотрите, вот эти вот такие бордовые кусты. И все эти цветы, лиатрисы. Ой, они на самом деле долго цветущие. Так что еще весь август будет цвести. И весь сентябрь. Это пасконники. Вот такие шапки, такие бордовые. На самом деле такие огромные кусты, трехметровые на юге. Мощно так цветут, не боятся ни засухи, ни дождей. Вообще здесь выбранные цветы, которые ничего не боятся, как раз для города все продумано. Вот такая площадь у метро Третьяковская. Здесь всегда на каждом пятачке кто-нибудь играет, поет, уличные музыканты. И вот здесь же находится этот сад. Как редко встречается в цветниках таких городских астранция, да еще такого цвета. О, красиво, конечно. Красиво. Здорово, что в городе есть возможность вот выйти из метро. Вот я вышла из метро Третьяковская. И здесь вот такая красота. Ну, душа поет просто. На этом наша маленькая прогулка по городским садам заканчивается. Мы желаем всем здоровья, цените свое время, цените каждую минуту своей жизни, радуйтесь, благодарите Бога за то, что мы живем. И всего вам хорошего. И гуляйте, гуляйте на пенсии.